Всем привет! Давно не было видосов на моем канале. Уйма работы, довольно много разных выпусков приходится снимать. Для тех, для всех, большие заказы. Но это все не повод не продолжать практическую работу на собственном канале. И поэтому сегодня я начинаю небольшой практикум про Atari 2600. Дело в том, что, конечно, если вы смотрите шоу 16 бит тому назад, то теоретическую часть про Atari 2600 вы видели. Но там мне было нечего пощупать, поэтому там чистая теория. А теперь есть чего пощупать, и даже не один экземпляр, поэтому я решил сделать этот обзор из двух частей. И сегодня у нас в гостях непосредственно Atari 2600. Это самая последняя ее модификация, именуемая американскими геймерами и коллекционерами как Дарт Вейдер. Изначально Atari же была такого деревянного дизайна. И вот этот конкретный экземпляр сделан полностью из черного пластика. Это выпущено уже при Джеке Трамелле. Он купил компанию Atari и отменил все ее проекты, как вы уже знаете, опять же, из теоретических частей. Но он увидел, что потенциал 2600 еще до конца не исчерпан, и просто ребренднул ее, сделав ее из деревянной версии вот в такую вот черненькую пластиковую. Естественно, это снизило затраты на производство. Данный экземплярчик предоставлен нам все тем же, уже известным вам по предыдущим обзорам, Дмитрием из Москвы. Дмитрий, спасибо тебе большое. Замечательный девайс. Сейчас мы его подключим и посмотрим. Но пока оглядим, что же вокруг него. В смысле, что на нем вкруг есть. Здесь, естественно, представлены стандартные порты. Два порта под джойстик, те же самые переключатели, немножечко другого вида, нежели на классической Atari. Переключение канала, второй и третий. Переключение... Ну, это на самом деле ручки переключения уровня сложности. Трудно сказать, что они делают на самом деле, но, в общем, их две. Difficulty. Естественно, вход питания, без которого ничего не работает. И, естественно, выход на телевизор. Стандартный тюльпан. С другой стороны, должен быть антенный коннектор, чтобы подключить это к телевизору. Все точно так же, как у Sega Master System, например. Или у того же Atari 65XE, обзоры которых уже есть на моем канале. Здесь мы видим несколько кнопок. Пуш-пуш. Здесь еще какие-то переключатели. Ну, это, очевидно, включение питания. А это переключение режима телевизора, черно-белый и цветной. Пожалуй, вот и все. Слот под картриджи, причем с картриджами забавно. Вот, например, есть классический картридж Atari. Это игра Джост, выпущенная в 1982 году, еще до краха видеоигр. Этикетки на картриджах наклеены таким образом, что чтобы вставить картридж в приставку, надо их перевернуть. То есть они не просто вставляются, они вставляются вверх ногами, а в версии Дарта Вейдера еще и наоборот. То есть вот так стоит ваша приставка возле телевизора, и вы вставляете в нее картридж вверх ногами и картинкой от себя. Очень странное решение, но тем не менее это так. В моем распоряжении также еще более классический картридж Yast's Revenge. Это игра 81 года, совсем на пике популярности Atari появился Yast's Revenge. И, в общем, это все лицензионные картриджи, так же как и вот этот. Китайский картридж, выпущенный намного позже, в 1988 году. И, несмотря на то, что он Made in China и все остальное, это, тем не менее, абсолютно легитимный лицензионный картридж Atari. Уже вовсю существовала Nintendo Entertainment System, но много у кого были вот такие приставки 2600, и поэтому Atari силами Китая выпускала вот такие вот игровые сборники. Так что тут все по-честному, картридж не пиратский. Этих трех картриджей мне вполне хватит для того, чтобы продемонстрировать этот девайс. Все картриджи также присланы Дмитрием из Москвы. Дмитрий, огромное спасибо. Наверное, сейчас некоторые зрители скажут: «О, реклама! Мы рекламируем Дмитрия! Дмитрий, ты разрекламирован, ты популярен, поздравляю тебя!» О, эти зрители, это... Но не будем о плохом. Давайте попробуем подключить это к телевизору. Сейчас мы соберем небольшой стендик. Во-первых, антенный кабель от телевизора, уже знакомый вам. Он очень плохой, вы это знаете, поэтому качество будет никакое.
Но это не очень большая беда, потому что на самом деле дело даже не в играх. Кабель питания — это по сути обычный моноджек, если вы знакомы с таким девайсом. Вставляем в питание джойстик. Вот Дмитрий не прислал джойстик и очень беспокоился, что с этим будут проблемы, хотя знал, что сеговские джойстики подойдут. Дима, это не проблема, у нас все есть. Так что подключаем этот джойстик сюда. Здесь они подписаны не как первый плеер и второй плеер, а как левый контроллер и правый контроллер. Бог его знает, кто из них первый, но я думаю, левый. Подключим его. И вставим игру. Я думаю, что первой игрой выступит у нас сегодня именно Джост, потому что на самом деле это очень-очень известная, популярная игра, которая существовала в тысячи разных видов. Трудно в это поверить, особенно после того, как вы увидите, как эта игра выглядит. Но тем не менее, это так. Раньше у геймеров было много воображения. Ну что, включаем. Итак, среди помех и шума мы видим заставку Джост. И вот мы, в соответствии с картинкой, которая представлена на самом картридже, мы рыцарь на страусе, блин. Серьезно. В общем, мы летаем, нажимаем на кнопочку, чтобы взлетать, атакуем других страусов, из них вылетают яйца, мы эти яйца собираем, и так мы получаем очки. Управление очень тяжелое, очень сильно заносит. Вообще физическая модель такая достаточно серьезная. Но кто мог догадаться до такого сюжета, чтобы страус, который летает и атакует других страусов, а на вас сидит рыцарь с копьем? О боже, вот раньше было воображение у игроделов. С таким управлением в этой игре невозможно сделать ничего. Вот, я прошел первый уровень. И не могу остановиться. Вот, я остановился. Следующий уровень. Какая жесть! Я умер, потому что не атаковал. Можно только в толчке, то есть в отрыве, атаковать страуса, и только сзади или спереди. Нельзя подлететь к нему снизу или сбоку. А снизу вот это вот все, это лава. Сейчас пока она закрыта, но в более поздних уровнях там еще и будет открытое пространство, и там нельзя будет наступать, потому что сразу помираешь. Но я пока и так неплохо помираю. А, какая жесть. Иди сюда. Ну, господи, как геймерам раньше было нелегко. Это вам не Call of Duty Black Ops 2. Он меня все равно убил, несмотря на то, что я ему копьем прямо в гуску попал. Иди сюда. Сейчас я сам виноват, окей. У меня осталась последняя жизнь, и я прошел уровень. Прошел же уровень, правда? Да. Или нет? Или что? Да. Да, вот она, эта дырка, и я в ней только что утонул. Утонул в лаве. И на этом моя игра окончена. Вы не поверите, но это невероятно популярная игра, которая выходила абсолютно на всем. Давайте я пару слов про нее вам расскажу. Дело в том, что еще бог знает в каком году компания Williams, которая, собственно, ответственна и за выход этого картриджа, сделала большой игровой автомат, который так и назывался Джост. Там, конечно, все было в плане графики немножечко попонятнее, потому что все-таки игровые автоматы — это нечто более мощное, чем домашние игровые консоли, тем более, чем Atari VCS. И там как-то было более понятно, что вы действительно летаете на страусе, особенно это было понятно, исходя из того, что было нарисовано на игровом автомате, не из самой игры. Ну и в самой игре было все довольно красиво. И вот игру Джост компания Atari портировала на PC. То есть с игрового автомата компания Atari портировала игру на персональный компьютер. Вот так все запущено. Там, конечно, CGA-шная графика была попроще, чем на игровом автомате, но все равно видно, что вы все-таки летаете на этом же самом страусе, собираете яйца, сбивая других рыцарей из других страусов. На Atari, в общем-то, не очевидно, что там рыцари на других страусах сидят. В конце концов, игра была настолько популярной, что ее даже выпустили под VGA. VGA-версию сделал Дэйв и Рон Шарплес, один запрограммировал, другой графику нарисовал. И эта игра была больше всего похожа на оригинальный аркадный вариант этой игры.
Там, конечно, отдавалось побольше жизни, чем на Atari, но, впрочем, выбор был за вами. Эта игра несколько более быстрая, ну так и железо могло себе позволить, в общем-то, считать гораздо быстрее. В целом, принцип игры остается ровно тем же самым. Вы летаете на страусе и сбиваете рыцарей из других страусов. И стараетесь избегать попадания в лаву. В общем, казалось бы, самый абсурдный из всех известных мне геймплей на самом деле был очень-очень популярен и существовал в огромном количестве разных вариаций. Джост – это правда классика, но, блин, современному геймеру этого не понять. Попробуем игру Yars Revenge. Прежняя проблема со звуком. Я очень сильно совру, если скажу, что я понимаю, что происходит. Но, короче, надо хавать вот эту коричневую штуку вокруг вот той штуки. И еще периодически там вылетает какая-то хрень. И я попал, и эта хрень взорвалась, потом вот эта хрень, и вот эта хрень. Я ни черта не понимаю, что происходит. Я только знаю, что я делаю все правильно. Надо тут что-то хавать, вот туда что-то надо стрелять. Потом меня что-то убило, и... Блин... Как раньше нелегко было быть геймером. Еще телесигнал такой, что ни черта не видно. Я от чего-то умер, потом что-то... Я не понимаю игры на Atari. Я слишком тупой. Нет, нафиг, я ничего не понимаю. 32-игровый картридж работает по принципу бэнк-свитчинга. То есть мы вставляем картридж, включаем Atari, начинает играться игра. Чтобы переключиться на другую игру, ее надо выключить и включить, ну или ресетнуть. И тогда начинает играться следующая игра. В принципе, если у вас была Dendy, то вы, скорее всего, с такой технологией переключения игр, в общем-то, знакомы. Вот это, очевидно, шашки. Только они что-то не работают, по-моему. Нет? Что происходит? И что, надо типа ходить? Ну, типа, вот ты, ходи куда-нибудь. А я какими играю? Черными? Ну, давай вот черными. Окей. Синий экран. Как и в винде. Ничего не происходит. Ничего не дает нажимания на кнопки. Черно-белый режим. Это не очень интересно. Следующая игра. Это что? У меня создается определенное впечатление, что 32-игровка работает как-то не очень. Так, вот я вижу, я иду красным квадратиком справа в сторону... Что? Ходить можно везде, тут ходить тяжело, тут ходить легко. Что происходит? Что нужно делать? А это не гольф ли это случайно какой-нибудь? Я не понимаю, что происходит. Окей. Следующая игра. Я хочу, чтобы меня игры развлекали. Я не чувствую себя развлеченным. Сделайте что-нибудь. Окей. Два чувака сидят и рыбачат. Нифига себе. Я вижу в этих пятнах бело-зелено-синих малиновых двух рыбаков, которые рыбачат.
А что надо делать, если не секрет? Эй! А почему ни одна игра не работает? Я бы хотел, чтобы что-то происходило, вот как-то, я не знаю. Нет? Так, ну это бокс. Все, кто смотрит Angry Video Game Nerd, знают, что это бокс. Но хотелось бы, чтобы что-нибудь происходило. Нет, может, картридж плохо вставлен? Да нет, вроде нормально вставлен. Самолетики летают. Но пушка моя слева определенно двигается. Я нажимаю кнопки, и что? Что происходит? Меняется время суток, типа, или... А стрелять вот было бы неплохо, нет? Это не... нет? Ладно. Знаете, надо прекратить этот фарс, по-моему. Я не понимаю, что происходит. Не, народ, серьезно. Чтобы быть геймером в те прекрасные времена, надо было иметь отличную соображалку и очень хорошее воображение. Нелегко было быть геймером. Ну, может быть, отчасти поэтому и произошел крах видеоигр. Ведь появились компьютеры, которые позволяли гораздо больше, чем всякие там Atari VCS. Но, тем не менее, это классика, и мы не можем с этим поспорить. Это действительно целое поколение. И есть огромное количество людей, которые вообще ничего не воспринимают в понятии видеоигр, кроме этого. Смотря на сегодняшний Xbox, они... кино. Кино можно посмотреть и так. Всегда было можно. А вот это считается настоящей видеоигрой. Когда вы сидите там у себя в гостиной в 3 часа ночи с джойстиком под одеялом, с выключенным светом, и рубитесь в какого-нибудь синтепида. Вот это видеогейминг. Может быть, эти люди в чем-то правы. Но у нас на этом все не заканчивается. Впереди вторая часть, и мы поиграем уже не через антенный выход, а через нормальный AV-out. Будет нормальное качество картинки и гораздо больше игр. И будет гораздо понятнее. Следующий девайс еще интереснее. Так что оставайтесь с нами. И в самое ближайшее время появится вторая часть этого практикума. До скорого!